Здравствуйте, мои дорогие зрители, меня зовут Арина, и вы на моем канале. Сегодня, как и обещала, проведу розыгрыши на удобрение Эйва Грим. Это новинка на рынке, и сейчас оно только-только, да, появляется на полках в магазинах. Мне понравилось, я протестировала на группе орхидей, и все результаты, да, дали положительные. Все орхидейки активизировались, начали растить новые листочки, корни, и некоторые из них дали цветоносы. Поэтому я могу порекомендовать такое удобрение, на пробу даже взять, оно недорогое, поэтому если кто-то захочет попробовать эту новиночку, это удобрение, я номер для приобретения этого удобрения оставлю в описании. Ну и сейчас мы будем, да, собственно, узнавать победителей, трех победителей такого вот удобрения на пробу. Сейчас я покажу, как его использовать. Все очень легко. Внутри этого крафтового пакетика есть еще один вот такой вот пакетик, где я беру обычный шприц с иголочкой, вот этот приготовила. Вот, одеваю иголку и, собственно, набираю. Знаете, мне очень это напоминает, когда капельницу делают, да, и вот лекарства добавляют в капельницу. Вот, и, собственно, вот так вот прокалываю и набираю удобрение. Что мне нравится, что здесь еще идет минимальный расход. Получается, что у нас миллилитр на литр идет. Это очень хорошо, значит, удобрения хватит надолго, а грунт будет сохранять свои хорошие свойства и не будет засаливаться, потому что удобрение добавляется минимально. Вот миллилитр на литр воды. Размешиваю, можно даже промыть шприц и, собственно, просто поливаю. У меня здесь фитильный полив, кстати, да, этим удобрением я поливала цветущие орхидеи, отличные результаты, не сбрасывают свои цветочки, поэтому вот так вот как полив я поливаю даже цветущие растения, и они чувствуют себя прекрасно, начинают расти корни, листья, а цветочки остаются на месте, что очень-очень важно. Также поливаю орхидею, которая только-только дала цветонос, чтобы он был крепкий, сильный, быстрее рос, вот, и, естественно, было больше цветочков. Просто проливаю. Вообще по инструкции написано, что нужно замачивать, но я вообще, в принципе, свои орхидеи не замачиваю. Я их просто поливаю. Водичка, которая стекла, да, вниз в горшочек, вот этой водичкой питаются орхидейки. Вот пока она не испарится, я воду не доливаю. А замачивание, носить тазики с водой или в ванну, это не моя история, вот я просто поливаю. Вот, специально показала для победителей, как я его использую. Все достаточно просто. Ну, а теперь пришло время выбрать, собственно, да, кому эти пакетики поедут домой и кто будет тестировать на своих орхидейках эту новинку. Итак, я уже включила программу, через которую буду выбирать победителей. Вставляю ссылку на видео, под которым оставляли комментарии те, кто хочет, да, выиграть удобрение и протестировать вместе со мной. Вот, загружаю данные. Да, и здесь вот выбрать случайный комментарий. Выбираю случайный комментарий. И у нас первый победитель — это Наталья Шерина. Очень мелкий ее шрифт, и я еще через камеру читаю, поэтому, возможно, фамилию прочитаю неправильно, я заранее извиняюсь. Здравствуйте, хочу протестировать удобрение Новокузнецк. Я вас поздравляю, Наталья, вы первый победитель. Вы сегодня первый победитель на удобрение Эйва Грим. Я вас искренне поздравляю, и вы будете вместе со мной тестировать эту новиночку. И давайте сразу выберем и второго победителя. Что ж, затягивать. Так, наверное, сюда, да, на стрелочку. И у нас следующий победитель. Так, это Иванна Дегтярева, если я правильно, да, я думаю, что правильно, просто же говорю, читаю через камеру и очень мелко. Иванна Дегтярева, да, все правильно. Так, у нас получается, хочу протестировать удобрение Санкт-Петербург. Это у нас второй победитель. Я вас поздравляю, вы вместе со мной будете тестировать эту новиночку. И сразу же выбираем третьего победителя. Так, и у нас следующий победитель. Вот, я думаю, хорошо видно здесь. По-английски, конечно, написано Светлана Зинченко, наверное. Хочу протестировать удобрение Краснодарский край. Это третий победитель. Итак, я поздравляю всех победителей удобрения Эйва Грин. И сейчас объясню, как вы сможете его забрать.
Еще раз поздравляю победителей и сейчас расскажу, как вы сможете забрать свои призы. В описании под видео я сейчас оставлю номер телефона. На WhatsApp напишите мне, что я победитель номер один, фамилию, имя, отчество. И я, естественно, с вами свяжусь и расскажу, как вы сможете получить, а точнее, как мы вам отправим ваш приз. Вот и все. Кто не победил, не расстраивайтесь, таких розыгрышей будет еще на канале все больше и больше, не только удобрения. Я сейчас буду стараться, да, чаще делать разнообразные розыгрыши, это и орхидеи, и удобрения, чтобы было на канале интересно. Ну и еще и, да, призы, конечно же, всегда это приятно, это приятный бонус, я так скажу, и я думаю, что все любят получать такие вот подарочки. Ну а кто не получил, правда, не расстраивайтесь. В принципе, если вы очень хотите протестировать это удобрение, оно очень такое, знаете, бюджетное пока, да, пока это новинка, цена очень бюджетная. Поэтому вы сможете его заказать. Опять же, я оставлю номер в описании под видео, и вы сможете заказать себе такое удобрение и протестировать на своих растениях. Ну и я теперь на этом буду уже с вами прощаться. Будем списываться с победителями и отправлять им их призы. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока!